трудом пробивать дорогу сквозь людское море. На утро со свежими силами, опоздав, кстати, на час с лишним, знаменитые рокеры сдались на милость местным акулам-пирам. Эта мысль пришла в голову, как всегда, людям со стороны, потому что мы, находясь внутри, не всегда вообще врубаемся. Возможно, то или иное. А ты продюсер компании «Райслисес», представляешься со стороны, и вот сказали, что вот можно вот таким образом поехать, и предложили Алисе нам. Значит, мы кому почесали репу, а потом подумали, а почему бы и нет. А вот сейчас оказывается, что все это вообще весьма интересная задумка. Да и воплощение будет достойно. Участники групп узнали о том, что город Омск станет первым в сибирском туре благодаря устроителям. Продюсер тура всего Николай Синицын ткнул пальцем в карту и сказал, что это город Омск. На концерте собралось около 4000 любителей рок-музыки. Надо отдать должное музыкантам. Они отыграли на славу, порадовав огромное количество меломанов. А сегодня в театре «Галерка»...